Более чем в полтора раза выросли объемы ипотеки в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Финансисты связывают это со снижением процентной ставки по кредитам на жилье. Безусловно, фактор снижения процентных ставок, который был в прошлом году и в этом году, влияет на объемы выдачи. В наших прогнозах до конца года тот рост, который мы видели в первом полугодии, он продолжится. И мы чувствуем там существенный интерес к ипотеке. Этот спрос, он даже будет во втором полугодии несколько выше, нежели чем в первом полугодии. По данным Банка России, с января по май прошлого года в Новосибирской области выдано 14 миллиардов ипотечных кредитов. За первые полгода 2018-го на 10 миллиардов больше. Однако часто высокие финансовые показатели получают из-за реструктуризации займов, взятых ранее под более низкий процент. Строительный рынок в такой ситуации оживился незначительно. Тенденция по уменьшению, по снижению количества реально строящихся домов, она как бы уходит на второй план. Ну, мы еще далеко от 2015 года, но тем не менее ситуация меняется. Значит, по договорам долевого участия идет небольшой рост, на самом деле еще идет вымывание квартир в сданных, но не проданных домах. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!